Телеканал «Север» продолжает борьбу за качество дорог с момента запуска акции «Сделай это правильно» на нашем сайте. Не прошло и 3 недели, а уже появились первые итоги. Слово моему коллеге Дмитрию Щепанову. Информация о ямах, поступившая на наш сайт, не осталась незамеченной. Дорожники заделали их довольно быстро, и здесь сейчас отклонений от ГОСТа нет. Чего не скажешь о дефектах, до которых наши народные корреспонденты еще не добрались. Всего лишь через 200 метров просевший люк, в котором запросто можно оставить колесо. Все дороги в городе проторгованы, ямочный ремонт идет. Такое заявление из уст мэра Татьяны Федоровой прозвучало 2 недели назад. Действительно, дороги ремонтируют, работы ведутся. Там, где еще 3 дня назад красовалась огромная яма, теперь лежит огромная заплатка. Вот только качество работ уже дает о себе знать. Трудятся дорожники в первую очередь там, где уже поработали инициативные граждане. Но белых пятен на дорожной карте Нарьян-Мара все еще слишком много. Соответственно, и ям на асфальте. К примеру, улица Ленина в некоторых местах существует только на карте. В данном месте мы видим очень интересную картину. 69 метров, отсутствие дорожного полотна. Конечно, можно сказать, что асфальт – это такая вещь, которая на дороге хорошая не валяется. Но, тем не менее, мы здесь видим во всю ширину проезжей части остатки былой роскоши. Если отойти чуть в сторонку, накатанная колея находится на обочине. То есть люди по обочине объезжают асфальт. По-моему, это удивительно. На сайте нашей телекомпании trksever.ru мы продолжаем принимать фотографии дефектов дорожного полотна. К нашей борьбе подключилась и госавтоинспекция, которая теперь принимает правильно сделанные фотографии прямо с нашего сайта, без утомительного заполнения заявлений. Информацию о госстандарте на дорожное полотно можно также найти на trksever.ru. В частности, размеры ямы или просадки асфальта не должны превышать по длине 15 см, по ширине 60, а в глубину 5 см. Если же такой факт обнаружен, он должен быть устранен за 5-10 дней. Телеканал «Север» в рамках программы «Сделай это правильно» предлагает всем неравнодушным жителям нашего города фиксировать недостатки дорожного полотна, инфраструктуры, знаков, отсутствие зебры и размещать фотографии на нашем сайте. После консультации с ГИБДД по НАУ было принято решение о максимальном упрощении процедуры обращения. То есть теперь достаточно просто разместить фотографию на нашем сайте. Самые активные телезрители по итогам проекта получат ценные призы от телекомпании, видеорегистраторы и комплект спутникового телевидения. Пора начинать экономить на ремонте своего авто. Дмитрий Щепанов, Сергей Качегов, телеканал «Север».